Общественная палата Мордовии нового созыва собралась сегодня в первый раз в Доме Республики. И главным участником этой встречи стал глава региона. Владимир Волков поздравил палату с началом работы в новом формате и рассказал о своем видении в вопросах общественного надзора. Вместе с вами, вместе со всеми жителями Мордовии за эти годы провели титаническую работу. Саранск сегодня опережает подобные, даже более крупные города на десятки лет по своему инфраструктурному развитию. И мы обязаны использовать этот потенциал для дальнейшего прорывного развития республики. Владимир Волков призывает обновленный состав не бояться критиковать, поднимать вопросы, которые выпадают из поля зрения правительства. Не просто критиковать, а предлагать решения. Не критика ради критики, а критика ради того, чтобы мы вместе могли решить эти проблемы. Вскрытие тех проблем, над которыми нам необходимо решать. Потому что проблем у нас еще очень много. Количество членов Общественной палаты Мордовии осталось неизменным – 51 человек. Треть состава утверждал глава региона, еще треть – госсобрание, а оставшуюся треть избрали уже утвержденные участники. Еще одно нововведение – у Общественной палаты вместо нескольких сопредседателей остался лишь один – председатель. После общего голосования этот пост занял Иван Капитонов. Юлия Пурнова, Григорий Денисов. Наши новости.